друзья. Замечательная Одесса. Сто лет уже как-то не было. Хорошо здесь дышится. Море вообще здорово. Спасибо вам за этот город, за ваше настроение. Давайте бурными аплодисментами теперь поддержим нашего чемпиона. Человека, который неоднократно радовал одесскую публику своими выступлениями в ринге. В ринг приглашается Александр Молниеносный Спирко! Это не просто тренер, это учитель по жизни Александр Лихтер. Точно перепрыгал. 1-0, можно сказать. Саша боксирует в стойке правши, провел 16 поединков на профессиональном ринге. 16 одержал победу. В половине боев 8 нокаутов. В активе Саша титулы чемпиона Европы WBO, чемпион мира по версиям IBF, IBO и WBC среди молодежи. Чемпион мира UBA. Последний свой бой провел в марте 2013 года, тогда он одержал победу единогласным решением судей над Ласло Фазекасом. Ну и вот, послезавтра Александру предстоит завоевать еще один престижный титул WBO International в поединке с Дьюлой Вайдой. Кстати, Дьюла Вайда очень интересное прозвище – «Мальчик». Yeah.
дорогие друзья, вы сами могли видеть и тренировку нашего венгерского оппонента, и тренировку Александра. Не знаю, насколько выложился Дюла на своей тренировке, но Саша показал высочайший класс. Огромное спасибо Саше Сверкова и его тезке Александру Львовичу Лихтеру. Спасибо. Саш, ну, прежде чем покинуть ринг, несколько тебя тут так тепло встречают в Одессе, фактически как будто бы ты одессит. Как настроение, какие сильные стороны ты своего оппонента знаешь? Ну, вообще, несколько слов для Одессы. Спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать. Одесса всегда началась. Да, где Усик, он должен смотреть. Поддержка, ну, не хотели бы по Одессе. По сопернику, могу сказать, кто должен быть своими имени. Это 31 числа. Спасибо. Лаконично. Спасибо.
Ну вот, дорогие друзья, отличная полноценная тренировка. Понимаете, просто при всем это разнообразии арсенала запаса юмора Саши, я не понимаю, сейчас вот последний раунд, это правда или шутка? Крайний раунд. Крайний раунд, окей. Еще раз поаплодируем. Я надеюсь, что во многих из вас, особенно тех, кого еще молодая кровь в жилах, пробудило желание пойти в зал и боксировать, и, возможно, выступать даже где-то. Спасибо огромное всем, кто пришел. Да ладно. То есть крайний раунд — это еще не самый крайний раунд. Еще работаем, сказал Сергей.
по данным разведки. Все. Давайте еще раз поприветствуем всю команду Александра Усика. Бодрые аплодисменты. Пожелаем удачи в послезавтрашнем противостоянии с аргентинцем. Впервые он в Украине, все нравится. Второго числа. Саша, скажи, я подходите, он скоро. Ребята, вы все закрыли? Когда я его на Голландию рассказываю, здесь очень нравится, обычно все здорово. Спасибо всем. Конечно, да, тоже не забивает. Ты сегодня наблюдал за своим соперником? Я ждал со своей тренировки. Наберемся терпения до завтра. Думаю, Богу только известно, чем это все закончится. Делаем, что можем, остальное свыше. Саша. А, наша же? Ребята, журналисты, подвижутся, вообще нет. Тренировался, молодец. Все, кто тренируется, все красавцы. Хорошо. Тепло. Солнечно. Одесса такая. Подготовка. 99,9. Какая тренерская установка? Тренерская установка? Телефон убери. Тренерская установка всегда выполнить задачу, ту, которую ставит тренер. Когда рука вверху, туда выполнил тренерскую установку. Чуть-чуть. Я смотрел его бои, я не изучал, я смотрел его бои, естественно, что он делает против, ну, как, что, естественно, это надо посмотреть. А изучать я уже повторял и говорил, что он не стих, чтобы его изучать, не книга. Уже четвертый год уже на новом уровне, как еще вышли, уже вкус уже вообще. Да и было в вкусе. Хорошо, это начало карьеры, мне очень нравится, все получается. Слава Богу. Сезар, о своей подготовке, как отец. Сейчас я могу брать мой линд. Сезар, как ты думаешь, поможет твоему сопернику домашнему? Можно Приближаю. No, para mí no, si estoy acostumbrado a pelear de visitante, así que me da igual. Кто вас будет поддерживать? Пропустите главного тренера. Мы уйдем. Саша, будет? Разодвинься, чтобы все встали нормально. А ну-ка. Саша. Есть еще вопросы? Да, давайте. Спросите у украинских спортсменов, чего вы завтра ожидаете от детской публики? Какую поддержку? Завтра ничего не ожидаем, завтра ничего не произойдет. Послезавтра. Да. От детской публики можно ожидать всего чего угодно. Откуда же мы знаем, что можно ожидать? Я ни разу, к примеру, на таком мероприятии в Одессе не боксировал. Но я боксировал здесь в 2006 году, когда я только перешел по взрослым, и я выиграл здесь свой первый чемпионат Украины по взрослым. Ну,
зал был заполнен, все классно. В основном там были спортсмены, да, представители спорта, то есть, ну, люди как таковой, ну, на такие мероприятия редко тогда ходили. Это вечер бокса, я не знаю, лето, тепло, да, так что люди будут болеть. Я уверен, что поддержка будет сумасшедшая, как обычно. Очень хочу, чтобы так и происходило.